В моей морозилке всегда есть филе белой рыбы. Обычно я его просто обжариваю в панировке или кляре. Хотя это простое действие можно совместить с необычным гарниром и подачей. Попробуйте и вы. В инструкции описано, как приготовить тилапию по-флорентийски. К ней сделаем что-то наподобие зеленого масла, которое будет давать рыбе сочность. Также будет гарнир из овощей. И естественно, итальянский рецепт не обойдется без сыра и ароматных трав. Блюдо подойдет для Дня Святого Валентина или просто романтического вечера. 1. Подготовьте ингредиенты. Разрежьте помидор пополам. Фасоль нарежьте длинными кусочками. Мелко нашинкуйте лук и петрушку. С лимона натрите цедру. Листья тимьяна освободите от веточек. 2. Затем на сковороде разогрейте 1 час ложку масла. Выложите в нее лук. Обжарьте его 2 минуты. Потом добавьте шпинат. Готовьте овощи вместе еще 2 минуты, помешивая. Далее лук со шпинатом остудите и соедините с цедрой, рикоттой, солью и перцем. Массу перемешайте. 3. Тем временем на сковороде разогрейте немного масла. Помидор натрите солью и перцем. Обжарьте его с обеих сторон по 2 минуты с каждой. В конце немного присыпьте тимьяном. 4. После этого обжарьте рыбное филе по 4 минуты с каждой стороны. Заранее натрите его солью и перцем. 5. Затем в сковороду выложите фасоль. Добавьте воду и соль. Доведите воду до кипения и готовьте фасоль 2,5 минуты. После этого добавьте 1 час ложку масла и миндаль. Перемешайте ингредиенты, через 1 минуту выключите огонь. 6. Подавайте рыбу сверху, выложив сырную массу, с фасолью и помидором. Поливайте филе лимоном. Приятного аппетита!